Добрый день, сегодня жарко, и мы будем делать окрошку. Картошку, яйца добавим, огурчик, сосиски, редиску и зелень с квасом, с майонезиком. Сейчас кое-что на терке можно натереть и порезать мелко. Покрошим все вместе. Редисочку можно немного на терке натереть. Огурчик на терке и так порезать. Приступим. Так, сейчас как-то нужно держать. Крупную редиску на терочке можно, а помельче можно и порезать. Вот еще порезала редисочку. Сейчас добавляем огурчик. Тоже немного огурчик на терке потру. И порезать можно. Это огурчик на терочке и порезанный. Дальше зелень сейчас покрошим. Порезала зеленый лучок, укроп, петрушку. Еще вот укроп, петрушечку. И вот листики такие, стебельки сельдерея. На терке потерла и мелко покрошила. Они очень аромат дают хороший. Сейчас добавим картошку, яйца и сосиски. Все перемешаем. Так, сосиски вот порезали, картошечку порезали, сосиски добавляем. Еще яйца. Вот, покрошили сюда все. Сейчас перемешаем. Посолим, посмотрим, чего можно добавить. Еще редисочку, сейчас соли много не будем добавлять, потому что тут с майонезом. Можно добавить чеснок, но не все у нас любят чеснок, поэтому каждый в тарелочку будет. Я думаю, редисочку еще можно добавить. Вот окрошка у нас готова. Осталось залить квасом. Добавить можно чесночок немного. Можно горчицу. То, что вот такая крошечка. В жаркий день очень хорошая еда. Всем приятного аппетита!